Только с весны они появятся. В Подмосковье заработал патруль. Спасатели-добровольцы выручают водителей, попавших в беду на дороге. Вытаскивают из кюветов, помогают завестись и даже поменять колесо. Все совершенно бесплатно. Подробности в следующем материале. Ребят, что там случилось? Вылет с трассы. Деревня Хутино на повороте. После такого сообщения на рацию Владимир спешит на помощь. Кто-то из автодружинников заметил на трассе машину, слетевшую в кювет. Через несколько минут команда дорожных спасателей уже на месте. Вопрос есть? Есть. Отвлекся маленько на повороте, дорогу скользкая, ушел как бы. Сам виноват. К счастью, водитель отделался лишь испугом. Не успел собраться с мыслями, а помощь уже тут как тут. За свою работу дружинники не требуют никакой благодарности. Только крепкое рукопожатие и разве что еще только одна маленькая просьба. Так же, как мы тебе помогли, в следующий раз кому-нибудь просто поможешь. Их автодружине всего 3 месяца. Собрать добровольцев, чтобы помогать попавшим в беду автомобилистам, решил Владимир Свешников. Водитель по профессии знает, на дороге может понадобиться любая помощь. Люди просто уже в шоке, просто сам останавливается человек. Предлагает, давайте поможем, то любую помощь. Вот. И как-то этот человек просто в шоке от того, что еще есть доброта какая-то на дорогах там и в жизни. Все дружинники друг с другом постоянно на связи. В команде уже около 100 человек. Каждый готов не только остановиться, если на дороге ДТП или просто поломка, но и выехать на помощь. В багажнике полный джентльменский набор. Трассы, огнетушитель, прикуриватель, набор от дружинника, так сказать. По вечерам добровольцы устраивают рейды. Вытаскивают из кювета, помогают завестись или берут на буксир. Вот когда были снегопады, я за одну ночь 4 машины вытащил. Ребята на самом деле, то есть и до создания группы, то есть останавливались, не пропускали мимо машины, помогали также. К этой идее относимся положительно, так как ребята приезжают на помощь к участникам дорожного движения, которые попали в трудную ситуацию, и помогают, даже приезжают вперед, чем мы. Пока дружинники патрулируют дороги Южного Подмосковья. Их движение так и называется – Южный округ 50. Но к добровольцам-спасателям может присоединиться каждый. Тем более, что в ближайшее время из своей команды они собираются создать общественную организацию. Наталья Агеева, Елена Филина, Владимир Новиков. Новости Подмосковья.